Здравствуйте, дорогие телезрители! Представляю вам пристрелочный комплекс, который состоит из верстака тиски и домкрата. Верстак тиски купил в Максидоме за 1600 рублей. И домкрат, который стоит 700 рублей. Итак, внимание! Берем верстак тиски, берем арбалет Мишин MXB360, зажимаем, берем две досточки, которые я сделал под тиски, ставим. Опс. Вернее, под домкрат. Домкрат сюда ставим. Вторую досточку сюда ставим. Все. Готово. Берем стульчик. Опля. Оп. Оп. Поднять надо. Берем. Поднимаем столько, сколько нам нужно. Это я если вниз стреляю. Если вверх стреляю, домкрат переносим туда. И все. То же самое. Пристрелочные станки стоят обычно от 7 до 70 тысяч. Этот же обошелся мне в 2-300 рублей. Спасибо за внимание. Конец съемки.